Привет, я в кафе, мне уже приняли заказ, шла обедать. Покажу свой обед. Вкусно сегодня обед, салат под шубой, лапша домашняя с курицей. И взяла чай с тортиком красный бархат. Вкусно мне будет. Принесли салат под шубой и приборы. Я уже вымыла. Вот так они подаются, в таком конвертике. Вот, селедочка под шубой. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает. Салат я уже съела, жду суп лапшу. Что-то долго несут. На заднем плане там мужчина слушает какие-то новости. Ну, вот, видите, сидит. Кушать хочу, кушать. Жду лапшу. Вот супчик лапша домашний. Кстати, очень вкусная вот эта вот лапша. Я не знаю, они, ну это не сами, конечно, они делают. Это лапша, не такая лапша. Это обычная лапша. Супчик я вот ем, принесли красный бархат. И чай молочный улун. Зелененький чаек. Это очень вкусный чай. Оля там медовый. Приятного аппетита всем. Баксик, на ночь хомячишь. Обжора. Обжора. Тебе не стыдно? Баксик, на ночь ведь кушаешь, а? Хомяк. Ты мой хомячок. Хомячок ты мой. Ну, доедай уж, ладно. Доедай. Доедай.